процесс родов, изображенный у главного алтаря Ватикана? Да, это правда. Дело в том, что у папы была то ли любовница, то ли племянница беременная. И папа, опасаясь за ее жизнь, дает обет апостолу Петру построить грандиозный балдахин над его гробницей, если Петр ей поможет родить. Что и случилось. А Бернини, автор проекта, знал подоплеку строительства, потому у основания изобразил процесс родов от беременности до разрешения. Под ключами лицо девушки, сначала у нее начинаются схватки, а потом самый тяжелый момент родов, бедра расходятся и отходят даже воды. Ну а в самом конце можно увидеть под ключами вместо этой девушки уже младенца.